Игра, которая, ну, реально, очень много стрим-снайперов будет, и я не знаю, как вообще это все делать. Я пока так и не решил. Дмитрон, спасибо за 18 месяцев. Ты целуй меня везде, 18 дней уже. Хорошо. Прям сюда подъехал, прям сюда. До свидания, ребята. Я обосрался, ты открываю, а там чувак стоит. Куда третий шлем-то пропал? Бежит, бежит к тебе. Бежит, бежит, бежит. Подходит, вон он выходит. За зоной был. Давай, давай. Хорош! Последний. Дома нет, зона, зона! А где он? Да вон он спереди, 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 прям вот спереди! Красавчик. Ты же не умеешь стрелять М24. Конечно, у меня прицела нет. Дай мне. Я тебе дробовик дам двуствольный. Нахер он мне обосрался. Поэтому подчерченную накладку на если. Давай. Ну ты не умеешь стрелять со снайперки. Ну и что, я буду учиться. Прицел дайте, волки. Как заходит херач. Нет, так не стоит, тебя видно. Из-за угла смотрят эти виды. Ну все, прощай, Дима. О, он заходит, заходит. А сейчас выходи. Твою мать, ты-то откуда? Прощай. Что ты делаешь? Ты пока откроешь. О, живучий говнюк, беги. Бля, ходи на улицу, я его встречу, на улицу из дома. Давай. Сука, как это вообще работает? Убей. У меня большая аптечка есть, убей. Здорово. Второй прям за этим укрытием, короче. Все, минус два, сейчас иду. Красавчик. Там еще типа, есть где-то кто-то, еще, значит, да. Сука, я не могу просто. А ты говоришь, зачем ты мухи? А, жесть. Fuck you, Resmo. Ты что сделал? Ты врал! Я сломал это, ура! Тебе для чего ники пишут? Так он висел не над тобой. Спасатель, блядь. Малибу. Где еще один тогда получится? Сука, не могу просто. Хороший выстрел. Сука. Почему нельзя фаст-тревелом в этой игре? Серьезно. Вообще-то да. Потолутал будочку. Наверное, это наши враги. Дроп прямо там, где метка. Да вон, справа. Да вон, справа. Да давай, ну что ты как? Давай нормально. Да вон, да, нет. Вон туда летим. Да не, ну вот слева дроп красный. Да хер с ним. Чекпоинт необходим. Приехали, твою мать. Какой приехали? Ты чё боишься-то? Ясно. Сидят. Идеально. Теперь мы можем спокойно подняться наверх. Блин, я застрял. А вот всё, вылез. Ты чё крутишься как... Я вылез под лодку, да, блин, со скалы. Давай. Вон они плывут. Да, плывёт. Ну это сквад. Ясно. Ой, guys. Can we make a deal? Please. I have a very big money. Ну сейчас это первое тело вылезет и будет стрелять. Сука, заплывший. Морские котики точно. Он что, не видит, что ли, блядь? Двое вышли и не стреляют, серьезно. Может, они не вдупляют, типа, ну, блядь, свой плавник плывет, и все. Или чисто вперед. Да нет, там же видно, метки-то на своих. Не-не-не, знаешь, камера вперед, они как бы плывут, и все. Ну, это реально. О, пипец, смотри, они в натуре не видели тебя. А все вылезли, все. Не-не, вон он ждет. Вон он ждет. Да, он ждет. Но он тебя не видит. Он тебя не видит, тупо. Вот сейчас увидел. Слышь, может, это разные отряды? Ты подлечись. Да я понимаю, да.
Он сказал. Ну, типа. Он посмотрел на тебя. Он такой залип, короче. А что тут было сделать? Я побежал. Ничего, на самом деле. Да ничего не сделал. Hi guys, I have a big penis. Он уже не понадобится. Нас сейчас подожмет. Так, помнишь, как мы здесь тактики придерживались? О, Вьетнам. У тебя есть кейс? Вьетнамская вышка во вьетнамском болоте. Лежит труп прямо по пути. На С, на дороге прям. Да, ты видишь. Давай-ка, наверное, как-то обходить. Не нравится. Не нравится мне это. Какая-то херня подозрительная. Не мог же он сам умереть. Да мог, чё ты? Деды, ну нихуй рассказывали бы. Бывало, и сядем, сука, всем колхозом на одной лавке. Ну, кто-то, конечно, пойдёт. Сука, тихо. Уходи оттуда, да их там до хрена, лучше лутаться где-нибудь пока. You fuck us! Давай, я его сейчас к вам приведу. За мной бежит тело, короче, со сковородкой. Ни хера, оружия нет, у меня оружия нет. Приведет его к вам. Иди давай от нас. Stop, please. No, don't kill me. Oh, you dickhead. Are you scared? Scared, блин. Я сам scared. For fuck's sake. For fuck's sake. Scared me. You scared me, you asshole. You asshole. Ашенхоль. Так а вы чё так далеко? Я-то думал, сука, чё я с этой свято-шумовой гранатой? Ох, суки, держитесь. Свято-шумовая граната. Ой, бля. Просто Metal Gear какой-то начался. Мимо пулю пролетает. А вон и второй. Сейчас рандомом чисто. Пойду лутону такой. О, да, такой. И по нему на. А там парень еще за сеном слева сидит. Он второй бежит туда же. А они не решат как? Они не решат потом присесть в твой кустик? Ну, типа, к тому моменту уже тут будет. О, да, вот так, на, тварь, на! А этот ему со спины, короче. Один убил второго, а тот третьего. А этот не знает, где он. А он бежит. А, это типа эти победили двое. Слышно, я бы с ними... Ты можешь гранату туда... Беги с ними, они подумают, что свой. Че срашнуть? Давай. Он лежит, он еще не встал. Выпрыгивай, в прыжке стреляй. Ай, хорош. А хп-то нету. А хер с ним, с этим хп. Ай, есть. Красава. Ого, там крики делают. Why are you hiding? Shoot him. He's dickhead. Dickhead, why? No. Now you can't hide. Now you can run. You can't run, run, but you can't hide. Кто вы несете? Мы деградируем, все как обычно. И куда? Попытался убить только что с арбалета. Просто звук такой был. Втунг. Ну, учитывая, вот он, что арбалет нашел Дима, и ему пообещали убийство. Типа, я бы сюда не бежал на твоем месте. Я сомневаюсь, что это правда. Я волшебная. Не спрашивайте. Я... И печка. Даже Алиса заражала от этого. Ты такую дичь спороть, конечно. Дурачки, да, Алиса? Я? Сука. Хватит. Все, тихо. Я наблюдаю за вами, у вас безопасно. Я вам обещаю. Тихо. Снаружи, по крайней мере. Да, Зоюш? Что такое? Тут, да? Вязаная шапка или шлем первого уровня? По уровню защиты одинаково. Что взять? Шапка, по крайней мере, стильная. Или ты уже рассказывал? Иди расскажи маме. Блин, я вернулся туда же, откуда начался. Свой... Вообще сейчас обман был, короче. Ну что здесь все залутано? Как так вообще? Кто воевать? Все, сука, подходите. Они не с той стороны. Дядь! Дайте мне, я их порву.
Да ладно, я там занят чем-то другим.